Это называется клетки бурой жировой ткани человека, коротко хамбл. Вот здесь результаты нашего эксперимента. Мы знаем, что у людей, которые страдают ожирением, жировая ткань главным образом белая. Идея состоит в том, чтобы заменить белую жировую ткань на бурую. Задача почти фантастическая. Перестроить внутри человека то, что у него с рождения. Такое возможно, но нужно внедриться в геном. Пока с людьми генетические манипуляции проводить не разрешается. Вдруг что-то пойдет не так.